Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Привычные стереотипы в это время могут вас подвести. Приступайте к делам в состоянии готовности к неожиданным переменам. Телец. Если вас привлечет дружеское предложение, неожиданные перспективы или у вас появится оригинальное предчувствие, отнеситесь к возможным переменам с осторожностью. Близнецы. Возрастает вероятность переворота в карьере, в профессиональной или домашней среде. Если вы рождены в середине июня, то непредсказуемые колебания ситуации могут задевать вас больнее. Рак. Повышается вероятность неожиданного разочарования в идеалах или в людях, чьими принципами вы восхищались. Лев. В это время вы любезны, удачливы и миролюбивы. А вот обстановка вокруг вас часто будет неприветливой или неясной. Не исключены внезапные конфликты. Дева. В любом партнерстве ответственность вам лучше взять на себя добровольно. Иначе вам просто придется это сделать под давлением обстоятельств. Весы. По возможности исключите визит к врачу, медицинское обследование. Если это невозможно, удвойте осторожность по отношению к новым непроверенным методам. Скорпион. Ваш ребенок или партнер может преподнести вам сюрприз, который перевернет не только ваши текущие планы, но и более далекие перспективы. Стрелец. Не самый удачный день. Многое будет осуществляться с точностью до наоборот. Вам может быть непросто нести ответственность за что-либо. Козерог. День будет для вас вполне терпимым и временами даже удачным, если вы сумеете поддерживать спокойное состояние духа и не начнете колебаться вместе с изменчивой обстановкой. Водолей. Если вас привлечет дружеское предложение, неожиданные перспективы или у вас появится оригинальное предчувствие, отнеситесь к возможным переменам с осторожностью. Рыбы. К приливам и отливам в собственном кошельке или на банковском счете относитесь философски. Возможно, вам стоит немного пересмотреть свои взгляды на заработок.